За помощью в содействии приватизации жилья или решении ряда коммунальных проблем горожане обращаются в приемную «Единой России». Ежемесячно прием здесь проводит секретарь местного отделения партии Владимир Явланов. Краснодарец Сергей Иванов пришел с просьбой наладить в своем доме водоснабжение. Прошлой осенью на их квартале прорвало магистральную трубу. Аварийная служба устранила течь, но с тех пор в доме всегда низкий напор воды, при этом только холодный. Для горячей, по словам краснодарца, просто не хватает давления. Была течь, то есть магистральная труба по Октябрьской, и там большая задвижка такая вот в колодце. И вот она текла, аварийка приезжала по осени, она взяла, там клинышки они сделали вот эти, ну там видно, резьбу сорвала. Выслушав проблему, Владимир Явланов сразу же по телефону дал поручение директору департамента городского хозяйства разобраться в ситуации. Реакции практически никакой нет. Приезжают, откачивают воду из колодца. Вот, а с тем, чтобы восстановить давление, значит, ничего не делается. Я попрошу, лично возьми на свой контроль, чтобы на следующей неделе приняли меры и мне доложите о том, что там вопрос этот решен. Обращались в этот день и с просьбами продлить договор аренды на земельный участок, а также помочь попасть в программу по замене лифта многоквартирники. Всего же с различными вопросами на прием в местное отделение «Единой России» пришли 6 человек.